Всем привет, вы на канале Честный Аукцион. Еще есть 4 пачечки банкнот. Что тут интересного? Так, ну двоечка интересная, конечно. 2 юаня, 60-й год, Китай. Но состояние плохое. Так, давайте так вот в стороночку и пробежимся. Перу, 68-й год, 5 солей. Так, тоже Перу. Парагвай. Разорван. Перу, 10 новых солей, 99-й год. Чехословакия, Норвегия, 89-й год, 50 крон. Вот эта десяточка интересная, 10 крон Норвегия, 73-й год, это 43-й год Норвегия, Украина. Это подпись Ющенко, да? 1 гривна, 5 гривен и 2 гривны. Ну, 2,5, если попадается вам подпись Матвиенко, то они дороже стоят, чем остальные. 10 гривен, 92-й год. Так, Нигерия, Никарагуа. 5 Нигерия. Так, это британская армия, специальный ваучер, 10 шиллингов. Жалко состояние такое, подуставшие, 1 шиллинг. Ну, фунты такие бы стоили там по 20-30 долларов, думаю. ГДР, 50 марок, это Чехословакия, 100 крон с наклеечкой. Это Чехия, наверное, уже, да, выпуск Чехии. ГДР еще 2 штучки. Так, Эстония. Болгария. Мальта. 2 лиры. Ну, Мальта в таком состоянии, от 5 до 10 долларов. Так, Югославию пропускаем. О, Португалия, 59-й год. Ну, хотя, конечно, состояние плохое. Проколы, наверное, есть какие-то. Или насквозь не пробито, что не поймешь. По-моему, насквозь они, ну, здесь есть, короче, ну, такая вот 20. Ну, не знаю, в таком состоянии, может, тоже от 5 до 10 долларов будет стоить. Так, вот еще одна двадцаточка, 60-й год. Прошу заметить, немножко отличается, да? А здесь цвет, ну, здесь местами поменяли, тут, короче, так вот дизайн. Ага, и водяной знак тоже другой. Так, 20 злотых. Исландия, 10 крон. 57-й, 2 злотых, 48-й, Никарагуа, 100 кордоб, какой-то 79-й, жесткая, Никарагуа, вот эти все Никарагуа интересные, но состояние плохое, 68-й год. Ну, даже в таком состоянии, может, около 5 долларов будет стоить. Новая Зеландия, 2 доллара. 1 доллар. 5 долларов пластиковые. 99. По-моему, 99-й год, да, вот это первые две цифры. Или нет? Никарагуа, 100 курдоб. 79-й. Вот это поинтереснее, покрасивее.
Вот то же состояние, как видите, из оборота. Это тоже что-то. Так, Никарагуа. Это у нас протекторат Богемии и Муравия. Немецкая оккупация Чехословакии. 44-й год. Давно у меня таких не было. Югославия. Это Греция. Бразилия. О, такой тоже никогда не было. 500 Крузейру. Так, ну это дешевые. Кстати, некоторые на фиксе есть. По фиксированной цене. Смотрите, там где-то возле тех лотов, что по одной гривне, с одной гривны. Вот 20 конвертированных марок. 50 фенигов, 1 марка, 5 марок. Босния и Герцеговина, да. Такие вот еще есть. Вот из хорватских вот эти вот 5000. Чуть подороже, чем мелкие номиналы до сотки и 50 и 100 тысяч. Так. Это у нас разные такие вот. Пакистан. Так, ладно, здесь походу ничего уже интересного. Ну, вот Хорватия в плохом состоянии. Греция еще есть. 100 драхм. Это какой-то 45-й, по-моему, год. Такие, ну, в плохом состоянии, как видите. 50 злотых и 100 злотых, 48-й. Румыния. $25, 10 000 рублей. Так, первая прошла. Это вторая поменьше. Бельгия, 1000 франков. Что-то она прилипла, что-то. Не понял. Что за прикол? А-а-а, скотч был. Капец. Блин, так липнет. Как его вот... Ну, не знаю, буду продавать как есть. Там уже кто приобретет, тут как-то себе и... Да, очистит, может быть. Еще и номера подряд. Нет? Нет, не подряд. Блин, как же так? Жалко. Так. Вот, так она не одна такая. Липкая. Тоже липкая. Что ж такое? Чего ж они такие липкие? Где они были? Ой, этот. Ё-моё. Так же липкая. Что какая-то кучка. Так, эти. Вот эти. Без перегиба. Это надо их отдельно как-то пожить. Таиланд. 500-очка. Долларов 15 будет стоить. Соточка красиво. 1000. Вау. Без перегиба. 1000 долларов 30. Ну, вот эти красивые, конечно. Испания 5050. 79-й. Свазиленд. Стоя Малангени. 2001 год. ЮАР. 200 рент. Индонезия 50 тысяч. О, интересная кучка. Еще один Свазиленд 50-ка. Сотка ЮАР. Так, ну и все.
Так, без центрального перегиба. Знаете, какие-то здесь какая-то небольшая вмятина. А about and circle будем считать. Так, это сюда. Дальше. Поехали. О, это красивое. Сохран хороший. Италия. 2000 лир. 73 год. Ну, долларов, может, 15 в таком состоянии будет. Так, здесь что тут? ФРГ. 5 марочек. 91 и 80. Ну, из оборота. Австрия. Польша. Сколько много Польши. Но это все-таки 80-е, не дешевые. Подешевле, чем 70-е. Советы. Опять Таиланд, Малайзия, Сингапур, Зимбабве, Испания, Суринам. Это у нас Югославия. Пролистали. Бывшие страны Югославии. Это что? О, это поинтересней. Тунис. 1 динар. 80-й. Красивый сохранчик. Оман. Тоже интересный экземпляр. Пол реала. 200 байса. Вот Бельгия, соточка. По-моему, еще и не было. Может, какая-то она была в таком состоянии красивом. Это что, какие-то фантики с водяными знаками. Что-то на заправку. Еще какие-то фантики. Короче. О, Оман. Один реал. Это, думаю, стоит немножко. Хотя, хоть и погнутая, но долларов 20, думаю, будет стоить. Нет? Так, Таиланд. Тоже этот нечастый период. Советы. Еще Таиланд. Япония 500 йен. Но есть перегиб жесткий посередине. Долларов 10 может потянет, может даже 15. 77 год, 1 доллар США. Крутяк. Такого вроде бы перегиба нету по центру. Да, такой какой-то мять, такой волнистый он. About and circulate. Так, Эквадор. Соточка. Это Аргентина. Купоны украинские. 25-ка, кстати. Реже встречается по сравнению с другими. Так, это что? Иордания. 92-й год. Иордания. 1 динар. 92-й. Это что? Лотрека это что ли? Точно лотрея, 95-й год. 1 миллион. Круто. Так. И последняя кучка. Так, что у нас здесь? Шипов. Мне интересно. Ну, эти тоже, в принципе, не очень интересные.
Франция, 200 франков. 92-й. Это тоже неинтересно. Это все неинтересно. 5 неинтересно. Советы. Испания. Франция. Испания. 550. 550. 54-й. Да. Японская оккупация Нидерландской Индии. 5 гульден. И 1 гульден. Ну, я вам скажу, в состоянии UNC даже дешевые банкноты приятнее перебирать, чем такие грязные. Ну, кто-то ж это ж должен делать. Правильно. Болгария, Беларусь. Вот белорусские. Вот это мелкие. Троечка там уже стоит подороже, еще серия АА. Италия. Бельгия. Испания. 550, 71-й. Так, это у нас все, походу, Венгрия. Миллионы, миллиарды. Форинты, пенге. Турция. Австрия. О, суточка, ничего себе. Как служили. Даже незаметно. Шипов барышев. Это ж надо так было сложить. Ну да, иначе бы место много занимало. Так, ну и все. И Франция. Ну, в таком состоянии 500-ка, конечно. Даже $5 за нее никто не даст, думаю. Наверное, вдвое была сложена. И это приклеилось. Оторвали кусок. И где-то труп вообще было приклеено, может быть, это там. Так, все. Скоро это все появится на аукционе. Кому интересно, добро пожаловать.